Центр Твери приобретает новый облик. Мы уже рассказывали о старте капитального ремонта пандуса перед историческим зданием, известным в нашем городе как бывший детский мир на Тверском проспекте. На каком этапе ремонтной работы и что изменится с дорожным движением на пересечении бульвара Радищева и Тверского проспекта, рассказываем в следующем материале выпуска. Ремонтные работы на Тверском проспекте приближаются к завершению. Сейчас уже уложен новый асфальт. Нанесена разметка и ведется установка дорожных знаков. Однако с пешеходной зоны все не так однозначно. Большая часть Тверского проспекта для людей пока, увы, не особо пригодна. Тротуары здесь пока еще не уложены. Тверичане обновлением проспекта довольны, но ждут окончания всех работ. Конечно, по сравнению с тем, что было, сейчас гораздо лучше. Очень круто, что решили расширить тротуары, потому что для проезжей части это не так влияет, а вот именно для пешеходов это очень классно, что появилась возможность такого простора. Осталось, чтобы все до конца доделали, и тогда, наверное, настроение, конечно, будет получше, чем сейчас, потому что пока перелазить через все это не особо нравится. Сама живу на Тверском проспекте. Пока сложно оценить, потому что ее не доделали, но я думаю, что будет все хорошо. Мне все нравится. Ну, только то, что пробки, это, конечно, ужас. Мне нравится. Главное, по времени, чтобы успели сделать, чтобы как можно меньше было у нас неудобств. В настоящее время на проспекте ведутся работы на тротуарах. В частности, возле здания по адресу Тверской проспект 10, бывший детский мир, установили новую конструкцию из бетонных блоков с декоративной поверхностью и ограждением из металла сверху. Также на пересечении бульвара Радищева и Тверского проспекта установили новый светофор. Он оборудован кнопкой вызова. Выполнен большой объем по ремонту тротуаров. Произведены работы по замене наружного освещения. Установлены новые мачты освещения, установлены светильники. На бульваре Радищева выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия. Произведен расширение тротуаров в рамках ремонта. Устроено покрытие из вибропрессованной бетонной брусчатки. Установлены искусственные дорожные неровности и также заменены дорожные знаки. Сейчас на объекте проводятся рабочие межведомственные комиссии для приемки объекта и ввода его в эксплуатацию.